Аж игра чуть-чуть подвисла. Так, я очень надеюсь, что у меня лагать не будет. О-оу. На все зомби отмечаются красными. А! Бежим от этого говна! Не в рот! Пошел вон отсюда! Ты пишешь, не пишешь? Ну ты это вырежешь, наверное. Да? Ну я вырежу, да. Не, не вырезай. Ты иди, ты толстый! Толстый. Я тоже всегда так ругался, когда в Underground играл. Да нет, тут этот, блин! Который, помнишь, взрывается. А, ну круто. Так, а, значит, видео, настройки видео, среднее, низкое, низкое. Я весло нашел! Ты че, на меня, да? У меня молоток есть. Понял? Понял, ты меня приглашаешь? Нет, еще, пока. У меня 20 хп, погоди, не тут. Не работает шифт-таб в этой игре у меня, не знаю почему. У меня он работает, но мне нужно. Вроде бы. Так, сейчас, подожди. Ну ничего я не могу сделать, когда меня атакуют, я же не могу выйти, правильно? А, ну да, я могу выйти, что-то я туплю. Ладно, неважно. Ты чё, на меня, баба? На меня, да? Давай с молотком моим познакомимся, на! Да чтоб тебя. Чё ты смотришь и пялишься? Чё ты смотришь, я тебя спрашиваю, на! С ноги, на так! А ты чё сзади подкрадываешься, на! Всё тихо и спокойно. Так, я не посмотрел, сколько у меня FPS выставлено в Фрапсе. Не знаю. Но у меня все тихо и спокойно. Я думаю выставить 30-ку, и пускай 30-ку стабильно работает. Пускай. Чем скачет с 30 до 60, так ведь? Да. Я ведь спокоен, правильно. Правильно. Абсолютно спокойно. Абсолютно спокойно. Тихо и свежо. Тебе надо дорожку Кирыча насыпать, чтобы ты не был таким спокойным. Тихо и свеж. А как весло достану, как веслом по морде долбану. Странно, FPS выставлен 30, а показывает. Смотри, весло сейчас, где там? Я вот за тебя. Я веслом тебя сейчас как садану веслом, понял? О, кстати, мы же экипировку, да, сменили. Фрилдинг, я заработал достижение. Что значит? Не знаю. Если прикроешь, посмотрю. Давай. Ну, ты зомбака добей. Он вообще ложиться не хочет. Ой, промазал. Пробегите в обычном или быстром темпе не менее 42 км. Ты уже выполнил, да? Да. О, груз пойдем забирать? Да. Тогда я побежал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ч-ч-ч. Братка, братка, тихо. Эй, кто меня бьет? Ой, тебя кусают. Меня? Не, это не я. А, это не тебя кусали, что ли? Нет. А, я кого-то спас. Да. Круто. Отлично. Ты еще нам дал опыта. 1000. А я добежал вроде, надеюсь, раньше всех. Еще и наличные, у него награда 79 баксов. Ну ладно, я за своими наличными потом, наверное, забегу. Ну блин, что-то я не могу сюда залезть. Здесь я раньше всех прибежал. Я раньше всех прибежал, я прям красавчик. Красавчик. Так. А, блин, что-то подлагивает все-таки. Ну, надеюсь, это пока карта прогружается. Ну, у меня вроде нет, у меня нормально все. Я взял ракеты. Тихо, тихо. Ну, чё, не кипишуй. Ты видишь, да, где это отмечено? Да. Оп, оп. Ой, блин. Спасай меня, чувак, быстрее спасай. Блин, ты далеко. Там на лестнице, на лестнице, на лестнице, так там хреново забирается. У нас пока не может лазить так высоко. Сколько секунд? 18. Просто 15, давай бегом просто вообще. 10 такой, давай, давай, ну. Что ты там застрял, звучит, да? 8, 7, 6.
Давай, поднимай, Вася. Ну, красавец просто, на. Слушай, а помнишь, мы где-то по мосту ходили, и там было много полицейских тачек? Давай-ка, ну, пойдем их вскроем. Они сейчас как бы там и есть. Все, пойдем их вскроем. Я надеюсь, там будут потрошки. Потрошки, подарушки. Ты че упала? Оп. Оп. Слушай, она на меня обижается. Ой, не того. Не, в рожу. Ой, слушай, они так смешно ведут себя, когда они безглавлены. Все, убил. Ништяк. Оп, слушай. Ой-ой. Ой. Не за что. Меня не закоцал. Не, я говорю, не за что. Считай, я твою попу спас. Ой, промазал. О, как их здесь много. Ну, я думаю, надо пробежать. А, меня бьют. Больно. Так, я сейчас попытаюсь залезть на автобус. Ну, вот. Уже почти. Ты меня прикроешь тогда, ладно, я достану молотов, там покидаю. А я застрял. Между машин застрял. Бывает такая фигня иногда. Прикроешь, я пока поменяю на молотов. Давай. Блин, я упал. Я упал в автобус. Сори. Нежданчик, там люк такой появился, я в него провалился. Там, короче, смотри, из люка могут вылезти. Сейчас, ладно, я попробую все-таки создать. Давай. Коктейль молотова. Окей, еще. Окей, еще. Я думаю, хватит 15 коктейлей. Как считаешь? Считаю, ты... Блин, не попал. Фига их тут в автобусе. Считаю, что ты определенно прав. Кстати, как-то странно, они иногда вот подвисают и... О, повышение уровня силы, отлично. Ладно, пойдем к машине. Полицейский тогда. На. Вообще у нас миссия там рядом, в принципе, есть. Че насчет миссии? Да, думаю. Сзади. На тебе вдогонку. Запинали беднягу. Так, вон первая тачка, да? Прям по курсу. Ага. Мне кажется, там что-то должно быть такое хорошее. Ну да. Так вот прямо сюда кидай. О. А, блин. Как так? Не знаю, но я тебя привел в чувство. Пошел вон. Ай-яй-яй, сзади. Шли вон. А меня? И как я это должен сделать? Ну, кинь коктейль, они сгорят, и там, я думаю, успеешь. 15 секунд. Всех раскидал. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Не, дружи, никак уж, извини. 6800 очков. Ну ладно, хоть успел это качнуться. Какой я задница. Друзья, они меня окружили, мне сыкотно. Что ты руки ко мне свои тянешь? Потные. Пойди помой. Слушай, там кто-то ломится. Мне сыкотно. Ты мельницу вкачивал, да? А? Мельницу вкачивал? Ищу мельницу. Ну, это умение такое. Как когда бьешь и крутишься как бы вокруг себя. Нет. А я вкачал. Я не использую просто эту хрень.
Блин, а чё, где к тебе так на сторону трос? У меня патроны кончаются, дружи. И тут очень много. Бегу. А, я забыл, что я могу целиться так. Прям. А, ты забыл, что ты умеешь целиться? Да, но я обычно стреляю без прицела. Тихо. У тебя такой true, знаешь. True? Или false? Хрен его пойми. Все, патронов у меня нет. Слушай, тут еще две тачки, может... А, они открыты. Вот-вот. Друже, короче, мне нужно как-то, чтобы ты меня вытащил. О, да. Слушай, Дес. А. Ты там, да, стоишь? Да. Давай я тебе покажу сейчас, что это за удар такой. Да я знаю, что это удар прямо в толпе. Ну, заценишь со стороны, как это выглядит. Окей? Окей. Так, я уже близко. Давай. Так, сейчас я передохну чуть-чуть. А еще я теперь умею перепрыгивать через зомбаков. Опа. Я здесь. Так, ну-ка дай-ка я попробую заценить. Короче, у меня все оружие сломано. Дружи, ты чем тут делаешь? Чем ты там занят? Я убиваю их. Это я их убиваю. Ну я с обратной стороны. Крутяк. Дружи, может ты ему поможешь, как, не знаю, ключешек на себя, пока тачку хоть открою. Ок, не. Ок. Так, давай. Взламываешь? Нет, не, я тут пока дерусь с ними сильно больно. Ты меня не прикрываешь? Да блин, кто меня бьет? Ай. Чё за зеленый гном? Так, короче. На, сломал руку. Да, я устаю. Я понимаю, а что я могу сделать, если ты их не останавливаешь? Я их и так швыряю тут к тебе, как могу. Так, блин, ты с другой вообще стороны. Давай, взламывай. Взламываю. Блин. Ну ё-моё, только нащупал. Нормально, нормально, нормально. Чё нормально-то? Смотри, смотри, смотри. Паш, ты это видел? Нет, я это ни хрена не видел, меня тут убивают как бы. Ну не ты один такой. Чё значит не один, я как тебя взламывать-то буду? А. Это просто эпик. Фейл. Эй. Ты участвуешь, да? В чем? Видел, в чем я отменил. Так, ладно, давай тогда я взломаю быстренько. Все, взламываю, 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 и она отсюда не подойдет. Да, я надеюсь. Так, что со мной происходит? Блин, я что, горю, что ли? Блин, что-то я не могу нащупать. Она чуть левее, правее, в смысле этой.
центральной точке чуть-чуть правее. Все, нашел. Нашел, да? Угу. Yes. Пушка. А, нам, кстати, пушку этому чуваку надо отнести. Ага. Надеюсь, ты помнишь. Так что пушку вторую не продавай. У меня их три теперь. Дал бы мне одну. Так у тебя две. У меня одна. Одна? Могу скинуть? Да не, это так. О, сколько трупов. Ой, сколько добычи, друг мой. Так, ну что, идем дальше, пока их нету. Да-да-да. Скрывай тогда, если что, подежурю. Ага. Да как-то у тебя от меня криво получается защищать. Так, одну самую. У меня две отмычки осталось. У меня шесть, если что есть. Я могу сделать. Блин, почти ведь. Кто-то меня ударит сейчас. Успел? Нет. Тварь, тварь, сдохни. Блин. Yes. Успел. Так. Грубый клевец. Короткий складной нож. Блин. Ладно, я последнюю пока открываю, прикрою. Глюк был. Сзади, сзади, сзади! Тварь. Да, да, да. У меня очень мало хп. Подходи! Прикрой, у меня очень мало хп, дружи. Лучше даже полечи. У меня очень мало энергии. Да блин! Чё, они тебя успели? Я думал, меня ударили. Не, меня. Сзади! Надо, я думаю, сначала всю массу эту убить. Ну ладно, это делается. Допустим, на, вот так. Дабл килл. Нет, одного убил. Я ж тебе башку снес. А вот теперь снес. Я дико устал. Дез, блин. Ладно, давай. Взлом, взлом. Взломал? А еще у меня... Оружие сломалось. Так. Все, у меня, в принципе, инвентарь полностью забит. У меня свободного там уже нет. Ой, промазал. Тварь. Зато вот в этих я спокойненько могу пустить молотов. У меня еще штук 5. Хилы прокачиваются за молотов оружия. Я еще два фургона вижу. Да, сейчас. Блин, я починиться не могу. Только не с того края. Здесь нет зомби. Мне не всегда хочется задавать этот. Кто в меня плюнул? Да сзади! Сейчас он рванет. Он чуть не взлетел, ты видел? Так, ладно, я отсюда прикрою, попробую взломать. Меня сзади прикрывай. Да я бы рад, у меня оружие сломано. Думаешь, у меня давай, пока... сильно лучше? Пока никого нет, давай. Груз отобрали? Ой, мы прокакали груз, кстати. Да фиг знает, где он был. Ну да, я его лично не видел. О, пистолетик. А! Дружи, дружи, дружи! Эть! Падла. О, король. И крикетная боится. Пошел вон отсюда. И пошла вон отсюда. Так, пистолет, я думаю, подороже будет стоить, чем какая-нибудь там... Не знаю. Ну да. Чем... Блин, иди сюда. О!
Прикроешь меня, за меня кто-то? Да у меня хп нету вообще, 25 хп. Так, собрать, разобрать. О, слушай, можно разбирать, оказывается. На чё? На это. На металлолом и прочее. Да? То есть, ну, не сейчас продавать, не выкидывать, а именно разбирать. Мы занимаемся каким-то извращением здесь. Ладно, пробую вскрыть. Вскрыл просто, знаешь, вот на миллиметр повернул, вскрыл с первого раза. Ну ладно, давай я пока с пистолета. О, еще один пистолет. Нормально, у меня теперь патронов есть. Теперь можно следующую тачку спокойно будет взломать. Потому что я прикрою. Так, Z разобрать, прикрывай меня! А, я с другой вообще стороны. Такой офигевший, не убивай, говорит, меня не убивай. А, ты все-таки услышал, что они так иногда говорят, да? Я выстрелил ей к плечу. No kill. Ох, сколько тут всего. Все, я думаю, после этого мы можем, в принципе, ходить. Слушай, давай это не будем вставлять в серию, ладно? Почему? Столько, ну, либо замесов ставим, но... Я поставил столько замесов. Интересно же, как тут отвоевывали. А, свое. Я еще одну тачку сейчас взломаю, прикрываю меня. Награбленное. Взломал. Я не думал, что я так быстро взломаю. Круто ведь. Ну, да. Ну, у меня, по крайней мере, более-менее не лагает сегодня. Пошел вон отсюда! Горите ясным пламенем! Так. Вроде бы все собрал. В общем, да, ладно, пойдем мы с тобой, дружи. Не хочешь подальше-то прогуляться? Я думаю, наша mission completed. Я вон там на той стороне еще вижу. Точку. Интересно, можно на ту сторону перебраться? Не, ну, по крайней мере, пока точно нет. Пойдем. Пойдем. Куда идем? Мы с пятачком. Большой-большой секрет. Идем мы, блин. Ты ножик взял? Ответ мой нет. На мясокомбинат. Тогда идем назад. Да. Я прям по ним прыгаю, знаешь, на пофиг. По ним. Я умею. Ты качнул, да? Через них перепрыгивать, нет? Нет. Ай-яй, 17 хп мне оставили прям из 130 с двух ударов, с двух шлепков. В общем, я живой остался как-то. У меня такое чувство, что если... Это еще что, слышишь, что за виски присоединяется к нам? Оу. Сейчас я попрошу, чтобы он вышел. А мы сейчас по-другому сделаем. Ты его хитнешь? Та-да-да-да-да. Это мой друган. Ну ты ему напиши просто в этот. Так я вроде говорил. О, услышь? Я не думал, что можно в закрытую сессию присоединиться. Так она открыта, чтобы ты мог присоединиться. Ты ж в закрытую не мог тогда. Почему? Ты бы мне приго... Да твою. Сгинь. И может мне поможешь? Тут просто два как бы этих. Я пытаюсь ящик взломать. Ребят, горите вы все ясным пламенем, а? Свои, чужие, пошли вы в задницу. Фак. Знаешь, бандиты такие стоят, типа горят, такие, и стоят так, не двигаясь, знаешь, вообще. Таким надо быть бруталом, чтобы гореть и не париться. Please, I don't want to die. Fuck. Блин. Дэс, ты где-то рядом, да? И ты же внизу. Подними меня. Прямо рядом со мной взорвался этот черт пузатый. Зато уничтожил громилу. За что мы получили 1000? Я видел. И сейчас мне эту 1000 отнимут, если ты мне поднимешь. Я бегу, друже, но я устал. Я походу до тебя не добегу, ну. 4, 3, 2. Профессионализм не пропьешь. Вообще красавчик. На, хэш, слышь, два патрона, так, бам-бам. Опа, блин. Слышь, ты. Вот, ты стреляешь от тебя такие круги белые. Шум типа привлекаешь. Как вы меня достали, мелкие зомби.
Друже, вот сейчас не факт, что я тебя успею поднять. Что я устал. 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ну, где ты? Ну, промахнулся, прости. Но я пытался. Ну, я видел. Ну, просто ты же сам понимаешь, что смысл поднимать, если они меня скинули бы. Сам попал бы. Ну, да. Блин, я упал. С вышки. Так, мне это починить. Так, что говоришь, можно разобрать, да? Да. Тяжелый пожарный топор. Шла вниз. А, они меня сейчас вдвоем запинают тут. Разобрать. Да. Чувак, они меня запинали. Грубый плевец. Да, разобрать. Вот так разобрать. Пойдем на миссию. Угу. А как раз рядом с тобой. Ну, где-то рядом. Блин, и один фиг нельзя. А сейчас ночь? Чем-то... Скоро будет. Судя по часам. А сколько еще времени? Не знаю, там что-то... Сейчас прыгну на какую-нибудь трубу. Эй, я ж не хотел подниматься, ты чё? Да твою... Блин, на трубу просто так прыгнуть сложно, оказывается. Так, вот. 20:50. Сейчас будет 21. А ночь во сколько? Не знаю, надо посмотреть. А ты чё вообще, куда полез-то? Знаете, вниз. Чё, меня, кстати, местами подфризывает. Вот, да, сейчас ночь будет. Да я просто хочу спрыгнуть на этот. Чтобы получить больше очков. Опа, ночь. Ага. Во сколько она начинается? 21. 21, ага. Я так смотрю, ты тоже забрался сюда, да? Нафига ты сюда-то, вот лестница. Чего? Я запрыгнул, чтобы посмотреть на часы. Ты наверх поднимаешься, что ли? Ну, я-то отсюда, по идее, должен выжить. Откуда отсюда? С этой высоты. Да, выжил. Том, побежали. Сейчас я тоже прыгну. Ты оттуда можешь и не выжить. У меня-то прокачано просто фигня. У тебя закоцало? А-а. Нет. Так, в какую сторону прыгать? Где это мешочки эти? Там с правой стороны. Короче, чувак, тут столько зомби, что просто шисец. Я прыгаю. Ну да, чуть. О, я выжил. 126 плюс 40. Нормуль? Ну, нормуль. Так. Пошел ты. Время доставать пистолет. Ну, я его навряд ли убил, но он где? Ладно, неважно. Мой персонаж такой... Я боюсь. Ну, типа это. Типа ему страшно? Ну. Очки ловкости плюс 84. У меня почти прокачалось, кстати, до 11 уровня. Я нашел холодильники. Здесь халва. Так, ну я не знаю, как ты, я лично уже... Я не знаю, где ты, во-первых. Я лично уже добегаю, и тут стоят зомби, друг мой. Я бы еще знал, где ты. Оу, ты вообще с другой стороны. Мне надо через туннель, что ли, бежать? Не знаю. Mm.
Короче, я с веслом. Так. Твою налево. А, слушай, у меня тут рыжий пистолет, оказывается, есть. Но у синего урон больше. Странно. Вообще, что-то подобрал, у меня было более такая... Блин. И как тут пробежать? Офигеть их тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я всех падальщиков в одну кучу собрал. Смешно. Так, как ты тебя добежать-то? Вот убежал вот мне. Давай, я жду тебя. Это ты там, да? Ты меня видишь? Ну, я тебя не вижу, но... Фонарик. Я тебя вижу. Так, видней. Ты меня не видишь, но ты меня видишь как-то. Сейчас. Где-то там твоя точка. Ты вот фонарик мой видишь? Не знаю, я в кустах каких-то бегу. Я сейчас, короче, по стелсу, чувак. Вон ты внизу вообще. Понятно, по стелсу не получается. Я тебя вижу. Совсем по стелсу не получается. Ой-ой. А фиг ли они, кстати, не рубятся этим ножом? Ну я вас тогда сейчас дубинками. Очистить деревню? Да ты угораешь, что ли? Ночью, да? Да. Да ты шутишь, пацан, да? Я убежал. Да блин. Это вообще плохая затея. Может, это самое, дождемся все-таки утра? Да ладно, какая... Да мы не зачистим деревню, где ты угораешь. Да я тут уже как запинаю просто. В двоих нет, уже не запинаю. Запилю. Падлы. Да, ночь это плохая идея.